Всем привет, с вами Настя. Сегодня мы поиграем в единорог тайкун. У нас есть один питомец-единорог. И наша задача собирать сердца, которые падают с нашего питомца, перерабатывать сердца вот в этом котле, чтобы получить за них деньги, и покупать новых питомцев, которых потом можно будет улучшать. У нас есть три питомца, мы переходим в слияние, и у нас получается теперь новый единорог зеленого цвета. У нас здесь даже есть табличка. Уровень единорога серый, множитель x1, зеленый, это уже следующий, множитель x2. Дальше идет синий, розовый, и так далее. Нужно их просто совмещать и получать, развиваться, что мы и будем сегодня делать. Плюс один рейд — это скорость сердец, которая перерабатывается за секунду в наши деньги. Пока что перерабатывается одно сердце в секунду, и мы получаем плюс одну монетку в секунду, поэтому мы можем улучшить, так как у нас есть деньги. И теперь будет перерабатываться два сердца в секунду, и, собственно, мы будем получать две деньги. У нас тут уже попадало очень много сердец. Давайте это все соберем. Нам нужен очень сильно новый единорог. Вот, смотрите, у нас всего собралось там 105 сердец, которые сейчас перерабатываются, и за которые мы сейчас получаем деньги. Медленно, но хорошо копится. Давайте так вот еще рейд купим. 4 в секунду теперь. О, как мы растем. И нам нужен еще один единорог. И еще один единорог. Я хочу еще одного единорога. Давайте на него накопим, купим. Сердца соберем, потому что нам нужно чем больше, тем быстрее развиваться. На синего у меня выполнено 33% всего лишь, чтобы я получила синего. Это получается, нам надо 3 зеленых сделать. Это получается, серого нам надо еще одного купить. Теперь мы берем их, сливаем. Теперь у нас 2 зеленых. Мы покупаем еще одного единорога, еще одного, еще одного. Теперь мы их снова сливаем, и у нас получается 1 синий, с которого будут теперь синие сердца сыпаться. Вообще прекрасно, слушайте. О, первое сердечко пошло. Очень редко сыпятся они, мне кажется. Очень редко. 136 сердец. Ну, пусть они обрабатываются. Нам бы рейд нужно было бы улучшить, чтобы они намного быстрее перерабатывались. 6 секунд. Покупаем еще и еще и еще. Сколько там? 9 секунд. Теперь нормально, нормально. Быстренько зарабатываем. А все, а у нас денег больше нет, слушайте, они даже не обрабатываются в котле больше, эти сердечки, я не получаю, соответственно, деньги. Давайте депозитные сердца относим. 279, так много? Ну, мне кажется, я развиваюсь довольно-таки быстро. Покупаем еще одного единорога, больше сердец нужно, намного больше сердец. Мы как бизнесмены сердец, мы сердцееды, правильно, правильно. Вот, покупаем еще одного единорожку, все, теперь сердец будет море. Я хочу себе зеленого, потому что серые, ну, они мало дают, вы понимаете, плюс один дают, да? Серые дают плюс один, в то время как синие дают сколько? Плюс 36. Синие дают плюс 36. Вы вдумайтесь, какая разница. Господи, очень большая. Давайте сердца мы отдаем. 324 перерабатывается. Хорошо. Единорожка покупаем. Серенького. Слияние. Все у нас зеленый теперь. Вообще прекрасно. До розового я выполнила уже 16%. А, у нас следующий розовый. Вообще крутотень. Покупаем, насколько у нас тут есть. А, мы больше не можем. У нас нема денег. У нас теперь синий, зеленый, серый. Все, короче, уровни, которые нужны. Первый, второй и третий. Шикардосно вообще. Собираем наши сердца. Вот это действительно то, что я забываю делать. Собирать сердца. Но мне нравится, когда они так копятся, копятся. Знаете, прям много потом скопится. И ты ходишь такая, как будто вот бассейн с шариками разноцветными есть. Знаете, куда можно вот так вот залететь и упасть. А у нас это сердца. Есть светящее сердце, которое дает нам 180. Очень редко они выпадают, но они есть. И они очень много дают. Еще есть такие же зеленые, а серых я таких же не видела. Ну уже спасибо. 729. 729. 9! Это обалденно много! Покупаем еще одного единорога и еще одного, и теперь делаем слияние, и нам нужно... Блин, а нам не хватает, нам еще единорожки нужны очень сильно. Нам нужно еще 3 серых, чтобы потом их соединить, чтобы у нас было 2 синих. Господи! Математика! Вот, вот к чему она нас учила! Вот зачем нам нужна была математика в жизни, вы понимаете? Чтобы читать единорогов, когда ты играешь в Roblox Tycoon. Рейд, рейд, рейд! Хочу покупать, чтобы у нас быстрее, быстрее, быстрее все перерабатывалось. 15 секунд теперь. 15 сердец в секунду. Вот это еще отдаем. 741 перерабатывается. Вы представляете, это 700 денег. 700. Я богач. Я просто, я чувствую себя невероятным богачом. Ладно, давайте, у нас 200 монет есть. Покупаем еще одного единорожка. Мы можем плюс 5 купить, 750. Ну как-то, не знаю, мне так впадло копить. Это очень долго. А я не увидела, сколько мне зеленый светящийся сердечко дало. Но вы видели то, что оно было. Я не соврала. Оно было. Господи, как все, конечно, интересно получается. Смотрите, они все прыгают. Они как будто, я не знаю, блюют этими сердцами. Ну, а как еще сказать? Не знаю. Какие разноцветные, красиво. Мне интересно, вот тут вмещается сколько получается? Тут 4 единорога, еще плюс 2, наверное, можно. Или еще плюс 3. Это 7. А мне будет хватать для того, чтобы вот развивать их дальше по цветам? У меня такое чувство, просто будто не будет хватать. Плюс 30 нам дает светящееся зеленое сердце. 777 у нас. Ничего себе, хорошо. А я могу сейчас плюс 5 единорогов купить. Я купила, но... Но у меня только 3 появилось. Только 2 появилось, вы прикиньте. Настя, смотри наверх, прошу. Ну это ж несправедливо, а деньги-то
все отняли. Мы купили, они не появились, но они были. Поэтому они превратились сразу в зеленого. О, светящийся зелененько, отлично. Сердца так и идут ко мне, так и идут. О, 180 дает голубой. Следующий единорог стоит 200, но можно купить 5 единорогов за 1000. Но я, в принципе, могу их уже скопить. У меня 1000 есть, 1200 перерабатывается. Я почти розового скопила. Вы посмотрите, у меня есть 2 синих единорога. Это означает, что мне надо еще 2 зеленых получить. Это 6 серых. И я смогу переработать всех вообще единорогов в розовый. А розовый у нас дает сколько тут? 27 единорогов. Это x6 множитель. Следующий какой-то страна. Он какой-то зеленый. Наверное, неправильно переводит. Есть еще необычный электрический, демонический, ангельский, пустота. От мороз. Ядерная. 531 тысяча единорогов. Вы что, сумасшедшие какие-то? Как мне это получить? Мне кажется, я не смогу до этого дойти. Вот, сколько сердец тут попадало. Вы видите, какая прекрасная возможность собрать все. А, у нас уже 1000 есть. Давайте 5 единорогов просто купим. Вот так, где-то они там есть уже. Давайте слияние. Нам надо еще один. Мы его купили, делаем слияние. И у нас роза появился. Какой он крутой. Он в очках. Он в очках. Он такой фиолетовый. Знаете, он просто вообще очень красивый. Мне очень нравится. Сколько он будет давать? Одно сердце. Да, 162. А светящийся 810. Я теперь буду в 2 раза больше денег получать. Страна, какой-то он красивый. Я хочу, чтобы был какой-то единорог прозрачный. Мне кажется, это будет невероятно круто. Ну вот посмотрите, есть вот эта страна. Типа он представлен так, да, типа полупрозрачный. Но он такой красивый, посмотрите, он в шляпке. Такие милые глазки можно разглядеть. Но мне прям нравится то, что окантовка цветная, а сам он прозрачный. Это прям очень красиво. Давайте ред немножко покупаем, чтобы они быстрее обрабатывались. Потому что у нас 2500 там еще стоит. Сколько там? 115 следующий стоит. Давайте еще покупаем. Следующий 120. 24 в секунду уже обрабатывать сердечко. Нормально. Покупаем еще один рейд. Еще сейчас накопится. Еще купим. У нас 2000. Я могу не собирать сердца. Мне главное рейд просто купить, чтобы намного быстрее все обрабатывалось. Вот почему вот эта обработка всех сердец 39 робуксов стоит. Потому что действительно очень нужная штука. Вы понимаете? Очень медленно они обрабатываются. Собираем все розовые. И вот у меня опять 3000. 3500 даже. Прикиньте, 3500, ребят. Это по-вашему нормально? 3500, ешкин кот. Мы берем их, отдаем. У нас 5000 обрабатывается. И вы прикиньте, если за секунду обрабатывается всего лишь 28, это будет очень долго. Но покупать я, конечно же, не хочу. Сейчас просто плюс один рейтинг сделаю намного... Ну, прокачаю немножко, сделаю больше. Теперь 36 секунду обрабатывается. Нам надо это прям улучшать очень сильно. Вначале было выгодно клацать по плюс один единорог постоянно добавлять, но сейчас выгодно реально брать и покупать плюс 5. Потому что деньги быстро копятся, прям очень быстро. Давай, Настенка, прыгай по кнопочке, прыгай, прыгай! 40 за секунду уже обрабатывается, хоть что-то, вы понимаете, хоть что-то хорошее, 41. Можно подождать, но я очень хочу 1300 скопить уже, ну не могу реально ждать, не могу. Почему у всех такие башни большие? А я еще не была здесь, видите, в серединке очень интересно. Тут первое место занимает Дина Муди. Полное сердце, 17 триллионов. Так, а подождите, нам надо все сердечки собрать, которые тут нападали. Сколько мы собрали? 3000 опять, мамочки моя родная. Пусть перерабатываются, 6000, можно сказать. Мы можем рейтинг прокачать, но нам надо вот это вот плюс 5 единорожков купить. Еще плюс 5 единорожков купить. А вот и все, построилось все. Теперь берем все это, обрабатываем, и нам почти хватает на еще 5 единорожков. Пусть у нас синий есть теперь, вы понимаете? Вот в чем плюс покупать 5 единорожков. Вот, я понимаю, в чем плюс. Сейчас нужно будет вот эти сердечки собрать, все на переработку их отправить. После этого нужно будет нам купить еще 5 единорожков и, наверное, еще рейтинг вот этот увеличить, чтобы в секунду обрабатывалось больше сердечек. Давайте, покупаем еще 5 единорогов. Наверное, это мало. Наверное, мало. Блин, 2 зеленых только. Нам нужен еще один зеленый. Это 3 серых нужно. Блин, еще очень долго ждать. Давайте рейтинг пока что увеличим. Плюс 2 рейтинг теперь дают. Нифига себе. Ну, слава богу. Ну, хоть прокачка быстрее стала. Вы посмотрите. Плюс 2. О, 51 уже. Слава богу. Мы с вами прям бизнесмены. Наконец-то хоть что-то увеличилось. 4500 обрабатывается. Очень много. О, нифига. Тут цветешек. Обалдеть. 2500 опять собрала. Да что ж такое? 3600. 3700. Да это много. 3900. 4000 можно сказать. Обрабатывается 7800. Но мне очень нужно рейтинг еще покупать, чтобы больше обрабатывалось. Хотя бы сотка в секунду. Это будет уже нормально. Слушайте, потому что вот это ждать, терпеть. Капец долго, конечно. Давайте собираем вот эти вот сердечки, которые у нас нападали. Какие шарики красивые, вы понимаете? Это мы все собрали. Теперь мы отдаем это на переработку. 97. Почти 8000 обрабатывается. Вы прикиньте, 8063 в секунду. Я, конечно, понимаю, что можно немножечко как бы не потерпеть, а купить там еще 5 единорогов. Или сколько, да вообще сколько можно. Потому что я хочу получить вот этого вот страна, потому что у него множитель x10. Давайте его просто зеленый будем называть. Тут по цветам все были до этого. Серый, зеленый, синий, розовый. Тут страна. Какая страна?
Блин, вы что, сумасшедшие, что ли? Давайте зеленый называть. Тут зеленого больше нет. А, не, есть, ну, в самом конце, ничего страшного. Будет у нас такой болотно-зеленый. Собираем все сердечки, которые у нас здесь есть, отдаем их на переработку. Вообще понятия не имеет, зачем. У нас перерабатывается 7000 сердец. 7000. Это чтобы вам было понятно, 7000 монет. Обалдеть просто. Я стала бизнесменом. Покупаем еще плюс 5 единорогов, и нам хватает еще на плюс 5. Какая красота, какая красота. У нас уже 3 этажа, ребята, 3 этажа. 3-этажный мой красивый замок. О, сколько сердец, обалдеть, конечно. Слияние произошло, у нас теперь 2 синих, 2 зеленых. Нам нужно еще 2 серых, и тогда у нас будет еще один розовый. Тут дофига сердец, прям вообще обалдеть, красота. Очень красиво выглядит, они такие радужные, прям как я сегодня. Собираем все сердечки. 5, давайте видео, 6 тысяч. Вы что, шутите? 8700 у меня обрабатывается. Давайте купим еще 5 единорогов, а на оставшиеся деньги просто возьмем и улучшим наш рейд. 73, 73 в секунду теперь обрабатывается. Чудесно. Делаем слияние. Теперь у нас 2 розовых и 1 зеленый. Уже прекрасно, уже чудесно. Можно собрать все светяшки. Собрать все светяшки. Опять отдать их на переработку. Можно просто кайфовать, честное слово. 3800, смотри, 10 тысяч. 10 тысяч. Мы нашли на 10 тысяч. Мамочки, мороная. Ой, аж в глаз что-то попало. Мы можем улучшить наш рейтинг. Давайте рейтинг улучшим. Я уже сейчас миллионы на него просто потрачу, но я вам честно говорю. 87 секунд. Я хочу сотку. Я хочу сотку, чтобы быстрее обрабатывалось. Ну, как-то медленно очень. О, 2 светяшки. Даже 3 зеленые еще светяшку дал. Обалдеть. Отдаем тоже 11 500. Всего-то ничего. Всего-то ничего. Мне нужно, блин, 2 800. Очень сильно нужно 2 800. А что тут? Более быстрые сердца появляются. X5. Зачем? За 49 робоксов можно купить, я понимаю, но это же и так они часто появляются. Вот посмотрите, просто я поговорила, что-то секундочку буквально вернулась, а тут уже море сердец, 2000 собрала. У нас накопилось 8000, вы представляете, какое это число? Покупаем с вами 5 единорогов, еще так, они есть у нас, покупаем еще 5 единорогов. Теперь у нас денег больше нет на еще 5 единорогов, мы делаем слияние, и у нас получается 2 розовых, 1 синий, 1 зеленый и 1 серый. Вообще бомба, вы смотрите, сколько сердец! Ёшкин! Обалдеть! 8 тысяч! 8 тысяч! 8 тысяч на переработку идет. 12 тысяч перерабатывается. Это очень много. Нам можно еще купить 5 единорогов. Ладно, давайте, я не против. Делаем еще слияние. Есть 2 синих, теперь 2 розовых и 2 синих. Ладно, давайте все деньги потратим на рейд, потому что у нас уже плюс 3 рейд за один дает, за одну покупочку. 108 секунд! Ну, наконец-то! Наконец-то! Теперь намного быстрее будут получаться наши деньги, намного быстрее сердечки будут перерабатываться. 100 сердечек в секунду, нормально так. Собрали мы светяшку синюю. Все, пусть ребята там дальше выкакивают свои сердечки. Мы отдаем их на переработку, ждем, пока у нас накопится 3550, потому что нам нужно купить еще 5 единорогов, но это будет 5 серых. Это получается, нам надо 2 раза, наверное, или 3 раза даже сделать покупку, чтобы у нас было еще один синий, чтобы наконец-то... Да, короче, нам надо еще 3 раза сделать покупку серых, чтобы наконец-то мы открыли себе нового единорога. Прикиньте, как это долго, прикиньте, как это много. Сколько сердец я трачу, это просто жуткий бизнес какой-то. А сколько надо будет накопить на ядерного, я вообще молчу, это будет нереально много. Отдаем депозит на сердца, 12 тысяч там перерабатывается, мы покупаем 5 единорогов. Мы можем их переработать, у нас остается 2 сереньких, 1 зелененький. В принципе, должно хватить. Мы купили еще один раз, делаем слияние. А, все, серьезно, все-таки один раз? У нас теперь есть страна, он какой-то, он похож на ванильное мороженое. Или на карамель, на карамельное мороженое похож. Вот, какой красивый, вы посмотрите, со шляпкой. Что у него в зубах, что в зубах? В зубах какая-то палочка-ковырялочка. О, ты господи, какой-то хороший. А сколько он дает, сколько он дает? Он дает 810, обычное сердце дает, 810. А светяшка вообще без понятия сколько. Короче, у нас уже 8 тысяч накопилось. Обалдеть много, 15 тысяч перерабатывается. Нам срочно надо на рейд тратить. Плюс 4 уже дает. Следующий будет плюс 5, ну короче, мы так быстро накопим. 136 секунд перерабатывается, ну это много. 140 в секунду, вообще чудесно. Слушайте, надо накопить еще больше. Еще больше, надо еще больше. Покупаем еще 148. Это почти 150 в секунду, уже нормально. То есть за 2 секунды у нас будет уже 300. Мы сможем так намного быстрее получать какие-то все вот эти вот покупочки, приколюшки. Намного быстрее улучшаться. Короче, постоянно надо увеличивать вот эту переработку наших сердец, это очень важно. Тратим все на рейд, давай, давай, давай.
давай, улучшайся. Сейчас 880 снова будет. 176, это уже практически улучшило нас 200. Это, прикиньте, реально практически 200 в секунду перерабатывается. 900 тратим, это 184 уже. Мамочки, моя родная, бизнесмен. Я реально очень лучший бизнесмен в этих играх, мне кажется. Я прям очень быстро улучшаюсь. Еще 192. Чуть-чуточку осталось до 200. Чуть-чуточку. Две покупочки всего лишь. Раз, и следующая покупочка, и все. 200 в секунду. Это заслуживает вашего лайка обязательно. Ставьте лайк под этим видео. Следующее стоит 1000, но мне надо как-то, знаете, накопить, во-первых, сердечки. Вот. 4000 дает светящееся сердце от страны. Обалдеть. Вот это ты, конечно, карамелька даешь. Вот это даешь. Карамелька очень много дает. 25 тысяч перерабатывается. Я в шоке. Вы прикиньте, сколько будет перерабатываться 25 тысяч по времени, если 200 в секунду перерабатывается. Я не математик, но я понимаю, что это дофига времени. Ну, серьезно. Если мы наберем с вами 10 тысяч пальчиков вверх под этим видео, то выйдет вторая часть по этой игре. Так что ставьте свои лайки, не забывайте писать комментарии под этим видео. Обязательно подписываться на канал. Ну а с вами была Настя. Всем пока-пока.